Пятые сутки подряд в Крыму наблюдаются антирекордные показатели заболеваемости COVID-19. За вторник новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 278 человек. Также зафиксировано 8 летальных исходов. Общее число заболеваний COVID-19 с момента начала пандемии на территории республики составляет 17 661 случай. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отмечает, что темпы прироста заболеваемости превысили среднероссийский показатель. И сейчас Крым занимает 4-е место среди всех субъектов страны. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставляет орган надзора усиливать меры ограничения в целях безопасности. Если ситуация не будет меняться, возможно, мной будут как главным государственным санитарным врачом республики предложены определенные дополнительные ограничительные мероприятия, которые нам придется вводить на уровне республики. Поэтому сейчас задача абсолютно и бизнеса, и органа власти сделать так, чтобы ситуация стабилизировалась и начала, в общем-то, более быть контролируемой. Жесткий контроль будет проводиться и над крымскими ательерами, которые решили организовать новогодние корпоративы, несмотря на запрет властей. Ряд отелей уже успели анонсировать проведение праздничных мероприятий в преддверии Нового года. Однако Сергей Аксенов уверяет, что в случае несоблюдения ограничительных мер и проведения мероприятий вопреки запрету, предприниматели будут лишаться государственной поддержки. В отношении чиновников, которые будут замечены на корпоративе, также будут приняты радикальные решения. В случае того, если будут замечены должностные лица, неважно какого уровня, на корпоративах, то есть, которые сами нарушают в данном случае ситуацию, депутатский корпус по должностным лицам, решение будет принято жесткие, вплоть до увольнения сразу, то есть, как, причем не разбираясь, за дискредитацию, в общем, так звание государственного служащего. Вот и все. То есть, как бы, с учетом того, что человек, который должен быть в контроле и сам являться примером, показывает этот пример в другую сторону. С депутатским корпусом отдельно, вплоть до исключения из партии. Власти поручили Министерству курортов и туризма осведомить всех ательеров об отмене новогодних корпоративов. Предприниматели, в свою очередь, обязаны будут соответствующую информацию донести до жителей и гостей полуострова и удалить рекламное объявление о предстоящих мероприятиях. Ильвина Зарипова, служба новостей ИТВ.